Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы продолжаем с вами играть в игру. Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру под названием Don't Starve. Вот. В этот раз мы с вами попробуем поиграть вот за этого персонажа. Как видите, я тут уже пробовал запустить новый мир, но у меня там что-то какая-то ерунда случилась, а может и не случилось, просто у меня началось вот это бесконечное создание, генерация мира. Вот, и я сидел полчаса, ждал, пока оно все создастся, потом плюнул и решил вот сейчас еще раз все это сделать. Вот. У нас тут... Я выбрал вот эту вот штуку. Вот эту вот часть. И выбрал персонажа... Сейчас вам покажу вот эту. Актрису. Вигфрид. У нас еще один персонаж вот этот есть. Но я пока за него играть не буду. Потом поиграем. Вот. Применяем. Вот. И давайте я сейчас попробую... Размер мир большой сделал. Может быть, из-за того, что я большой мир сделал. Так, умеренный сезон, долго. Влажный сезон. Нет. Вот меня интересует еще пышный сезон. Долго. И начальный сезон. Давайте я хочу попробовать пышный все-таки. День, долгий день выберу. Все остальное я, наверное, выберу... Ну, оставлю так, как есть, потому что здесь я смотрю, ну, какие-то новые вещи для меня. Где-то здесь, видимо, должны быть какие-то буффы. Наверное, вот это вот Пангалден какой-то. Буревестник. Навозный ждук. Ну, короче, непонятно. И мне стало интересно, что это за мир такой. Вот. Применяем и давайте начнем. Так, ладно. Хорошо. Нам тут пишет, что у нас игра все еще в разработке, типа. Что-то работает, что-то не работает. Вот. И, собственно, вот эта вот загрузка, она у меня просто вечно крутилась. И я не знаю, получится у меня сейчас или нет. Со второго раза. Вот, но на всякий случай я эту загрузку пропущу, чтобы вам тоже не сидеть на все это дело, не смотреть. Вот. Если вдруг у меня ничего не получится, опять, я попробую перезайти в игру, значит, и выбрать персонажа уже созданного. То есть, вот мы вот выбрали вот этого персонажа, вы видели, да? Создали мир. И при загрузке игры у нас этот персонаж... игра говорит, что он создан. Вот, и как раз попробуем с вами посмотреть, что из этого выйдет. Да? Вот, ну а сейчас я пробую ждать... Вот. И увидимся, наверное, в игре. Уже непосредственно. Итак, загрузка оказалась опять долгой. И сейчас попробуем вот нажать на «Играть» и выбираем «Продолжить». Посмотрим, как оно у нас тут загрузится. Если у нас опять загрузка будет... ясно. Ясно, понятно. У нас тут опять генерация плато. Да? Хорошо, тогда сделаем по-другому. Хорошо. Раз у нас вот эта версия игры Hamlet не получается, мы это удаляем нафиг. И сейчас с тем же персонажем мы выберем вот это вот, например, да?
Вот, опять. А, нет, подождите. Персонажа мы должны выбрать. Как видите, здесь у нас уже вот этого травяного друга нету. Растительного. Вот, но зато есть Вигфрид. Применяем. Так, в мир заходим. Делаем огромный мир. Лето-зима. Сезон долгое лето. Долгий день делаем. Вот, здесь уже все. Все у нас знакомое. Буфалы много сделаем. Мандрагору не надо. Давайте сделаем здесь сейчас мне чуть-чуть полегче. Вот морковок много сделаем, да? Бифала. Я буфала его называл. Сделаем гончих. Давайте мало гончих сделаем, да? Вот, чтобы, ну, да. Чтобы хотя бы были. Так, что еще? Вот, камней. Вот здесь вот много сделаем. Вот этих вот побольше. Ну, собственно, все. Я думаю... Вот этого, ладно, оставим. Хорошо, применяем. Применить. И начинаем. Я прекрасно понимаю, что я сейчас, возможно, облегчил себе игру. Вот, но я это сделал специально, чтобы набрать побольше опыта. Вот. Потому что нам сейчас... Нужно набрать побольше опыта, чтобы открыть новых персонажей. Именно в этом у меня задумка моя. Так, вот они мы проснулись. Я специально пропустил всю заставку. Так, вот этот человек, вот кто это? Если кто-то проходил, не знаю, игру... какой-нибудь сюжет, например, да? То можете написать в комментариях, кто это такой. Так, о, у нас мясо есть. Боевой шлем, копье. Слушайте, мы сразу можем прямо вот драться, сражаться. Так, ягоды собираем. Все, собираем. Бифалы у нас тут есть, камни есть, даже пчелы есть. Вот здесь. Так, нам сейчас нужно... Нужно что нам? Палки нужны. И сейчас мы будем еще искать другие ресурсы, типа... вот дрова. Камушки. Я уже говорил, да, камушки? Вот и они. А, плюс нам еще кремень нужен. Для того, чтобы... Для того, чтобы... собирать там всякие... Лопаты. Топоры. Так, один кремень есть. Так, еще буфало, хорошо. Так, ну-ка, мы что можем? Так, еще один кремень нам нужен. Нужен еще один кремень. Так, вот, заметил кокулю. Здесь, ладно, не буду атаковать. Бифало нас прибьет, на самом деле. С полпинка. Эх, сколько тут камней. Понаставил себе тут камней, да, много. А вот сюда бы я еще когда-нибудь бы сгонял в червоточину. Или как она там?
Так, буфал много. Ой, какуля. Навоз. Подбираем. Подбираем все, что угодно, но только не находим камней. И... О! Так, за нами змея ползла, все, не ползет теперь. Окей, хорошо. Кирка. Есть. Ой, там змея на этих напала, ребят. Зря она это сделала, дурочка. Так, о, идем сюда. И добываем, короче. Это мы сейчас добываем камень для костра. Так, ой, самородок у нас тут есть, это здорово, слушайте. Это мы так и научную машину соберем. Ой, хорошо как. Киркой можно атаковать все-таки. Так, что у нас там? Ага, теперь нам для кострища нужно дерево, короче. Так, добываем здесь. Давайте добудем последнюю штуку, вот эту вот. Так, хорошо, теперь топорик. Так, ну, на самом деле, молодые деревья рубить нам не надо. Мы пока что проходим мимо. Вот это... Мясо монстра. Ох, как же я тут скучаю по... По этому другу. Так, кострище. А давайте прямо здесь мы обустроимся. Отлично. Хорошо. Как раз подберем это. Ой, как у нас, как мы удачно все тут... Как удачно мы с вами сейчас тут... Что-то мне нехорошо. Так, мясо готовим. Короче, да, мясо монстра нам есть не надо. Мясо монстра, оно плохое, оно отнимает жизни. Так, это еда. То есть она только мясо ест. А я наготовил уже, понимаете? Даже так, нифига себе. Ладно, тогда мы... Вот это, конечно, минус. Я считаю. Древесина всегда в цене. Она, короче, воин, я как понял, да? Так, теперь нам нужно еще дерево для научной машины. Так, ладно, не будем добавлять моего в костер, потому что у нас скоро тут будет день.
Слушай, подруга, почему ты не всеядная? Ну-ка. А ты можешь копье делать уже? Боевое такое. Нифига себе. Так, ну-ка. Давайте попробую. Вальхала ждет. Нифига. Офигеть. Так, это мы бросаем. Это мы тоже бросаем тогда. Слушайте, так она вообще неубиваемая получается. Нифига себе. Так мы что, будем теперь охотиться на буфал? Так, ладно, я немножко офигел. Я-то думал, что самый сильный персонаж здесь это Вольфганг. Вот, и оказывается, самая сильная тут это вот эта вот девушка. Так, теперь... Чего? Теперь мы делаем науку и научную машину. Сейчас будет прикол, если она скажет, типа, это не для воинов. Я предпочитаю науки битву. Ну вот. Вот теперь только... Нам бы теперь золото бы найти, точнее находить. Так, боевое копье мы можем сделать теперь опять. Надо еще посмотреть, как делается ее вот этот шлем. Я теперь не знаю, зачем мне навоз подбирать. Вообще, я никак не могу отойти, короче, от того, что я в одну харю двух буфал забодал. И теперь мне ягоды не собрать, потому что она их просто тупо не ест. Так, ну-ка. Ну, мясо хоть оно, блин, так много. Это самое.
Жизнь восстанавливать, нифига себе. Вот это вообще неожиданно для меня. Она, блин, она дерется лучше, чем Вольфганг. Так, короче. Сейчас собираем траву. Так, для лопаты нам, кстати, нужна научная машина как раз-таки. Ладно, выбрасываем тогда ягоды. Блин, так жалко, я привык подбирать всякие там, знаете, морковки, семена. Вот, не знаю, как вам, а мне здесь, меня этот факт того, что она вообще ничего не ест, это усложняет игру. Она ест только мясо. Так, не понял, а где костер мой? А где мою... А, вот оно. Мое кострище. Так. Что тут у нас можно сделать? Лопату делай. Так, навозик я заберу. Так, сейчас материалы. Нам нужно, типа, веревка. Вот. Дальше. Конструкция. Стена из травы. Так, каменный блок. Выживание. Вот, рюкзак. Вот теперь неплохо бы взять еще и рюкзак себе, да? Вот это я, блин, понимаю. Короче, я не знаю, зачем я рюкзак пока что сделал, да? Так, сейчас мне нужно сделать пауков. Ой, не сделать, найти. Так, и тогда я сейчас буду тупо вырывать всякие саженцы с травой. Вообще офигеть. Где же твоя всеядность, человек? Ладно, пока что я иду за паучками, потому что мне нужна паутина. Паутина нам нужна для чего? Для палатки. Палатка нужна, чтобы спать. Блин, ну смотрите, столько кустов я себе сделал, да? Честно сказать, я реально офигел с того, что вот с этого. О, тут шапка еще сама вот так надевается. Смотрите, два бифала, точнее, нас пытаются
Прибить, а мы вообще неубиваемы. Мы терминатор просто. Мы просто терминатор. Так, ну хорошо, окей. Так, это мои ягоды. Ну-ка, люблю шерстяные вещи. Вот здесь бифл много. На самом деле, бифл нужно оставлять, чтобы была какая-то популяция. У них... Иначе что мы будем есть? Вот, ну а так мы с вами сейчас ищем пауканов. Как я уже говорил. Ой, не знаю, куда меня сейчас заведет. Какие-то поля. Поля, луга. Ничего, кроме бифл. Ну-ка, я хоть могу... Да, кострище я еще могу сделать. Для того, чтобы переночевать хотя бы. Навоз подбираем специально, чтобы... хотя бы какое-то топливо было, да? Для костра... Слушайте, если я... А вот и пауки. Ну-ка. Так, ты куда? Ладно. Паутина. Хорошо. Так, свинюха, ты... Ну-ка, на. Ты хороший. На тебе еще. Радуется, смотрите. А, вот, смотрите, еще. Да нам пихуй. Нам тупо пихуй. Мы терминаторы. О, черепок, смотрите. На, друг. Я иду за тобой. Здесь лежит какая-то девочка. Так, а это что такое? Череп... Не понял. А ты что на нас-то начал? Я ж тебя зарублю. Шкура свиньи. Да мне вообще не страшно, пауканы. Так, давайте здесь сделаем домик. Ой, не домик, кострище. Потому что еле-еле мы сейчас нашли с вами пауков. Еле-еле мы с вами... Точнее, не еле-еле, а нашли все-таки эту самую... Паутину? Так. Выживание. Что у нас для...
Как же... О, слушай. Давай будем готовить сейчас. У нас мясо завались. Можем его кушать, не перекушать. Ну-ка. О, темно стало. Так, у нас вообще-то три этих самых. Три золота. Посмотрим. Здесь два золота и здесь два золота. Нам нужно найти еще одно, еще один кусочек золота, и мы сможем опять собрать боевое копье и боевой шлем. Я думаю, только это нас же защищает, да? Не знаю, мы, короче, жопу свиньи подобрали. Хорошо. Окей, мы сейчас выжили 3 дня. Да? Так, что ж, давайте сейчас вернемся обратно. С добычей. Я не понимаю, что делает этот череп. Давайте вот так вот нажмем на него. Ясно, слушайте. Я не совсем... Так, забыл. Забыл, что я хотел сказать. Ладно. Потом вспомню. Скажу, значит, что я там не совсем понял. Так, хорошо. А, я не совсем понял, что это за череп. И не совсем понял, почему на меня хряк напал вот этот. Так, ну-ка, топорик, где наш? Викинги, они же с топорами еще были. Не знаю, мне почему-то хочется постоянно сбивать вот эти вот деревья. Слушайте, хороший персонаж на самом деле. Так, окей, мне сейчас нужно быстро добежать до базы. Ну-ка, подождите. А, у меня этот кончился. Кирка кончилась. Поэтому я сейчас не могу ничего добывать. Меня еще интересует, откуда такая дорога вымощенная идет. Откуда и куда? Так, еще меня интересует... А вот, где я остановился. Хорошо, слушайте. Инструменты выживания. Где это? Зонтик. Мазь. Компас. Спальник. А, еще трава нужна одна. Всего-то? Вообще без проблем. А вообще без проблем. А, нет, это спальник. А мне спальник не нужно. Палатка. А, значит, еще 3 веревки надо сделать. Точнее, еще 2.
Так, теперь травку собираем. Хорошо, сейчас мы... Я забыл, сколько там травы надо на самом деле. Ну, собрал, сколько собрал. Выживание. А, для палатки алхимическая машина нужна. Так. Хорошо, алхимическая машина. А вот эта вот электрическая штуковина. Для них нужно... каменный блок. Так. А, нет, подождите, не туда зашел. Не туда сейчас. Так, доски. Так, для досок. Вот для досок нам нужно дерево. Так, рубим дерево. Будем сажать потом шишки вот эти вот. О, слушайте, сейчас мы зажжем свет. Посмотрим, как мы с этим другом справимся. Ну-ка. Завалил дерево. Уф-уф. Офигеть. Так, копье у нас пока что есть. Боевой шлем делаем. Короче, сейчас пережидаем ночь. Вот. И тогда сохраняемся, и на этом я закончу данную серию. Вот. Это вот неплохое знакомство с нашим персонажем сегодняшним. Я не ожидал, что она прям вообще неубиваемая. Я против... толпы буфал справился. Я справился с одним энтом. Вот. Это очень даже нехило, я считаю. Так, и давайте я, да, подберу бревно. Вот, и как раз можете в комментариях написать, что можно сделать с живыми бревнами. Вот, потому что первый раз с ними сталкиваюсь. Вот, ну а на этом все.
Спасибо всем за просмотр. Это была игра Don't Starve. Я до сих пор немножко в шоке от этого персонажа. Вот, я считаю, что за него я дольше всех пройду. Точнее, выживу. Ну вот, к тому, что мясо только ест, это, к этому я привыкну. Вот. Что ж, ставьте лайки, если вам понравилось тоже. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. С вами был Однорукий Борис. Увидимся с вами в следующих прохождениях. Всем удачи и всем пока.